Я с огромным удовольствием хочу пригласить на сцену заместителя губернатора Свердловской области, члена правительства Свердловской области Павла Владимировича Грефа. Добрый вечер, дорогие друзья. Я с большим удовольствием приветствую вас в этот вечер, когда у нас будет возможность посмотреть китайские фильмы. И сказать мне бы хотелось, наверное, о нескольких вещах. Во-первых, сегодняшний Китай – это очень интенсивная и динамично развивающаяся страна. Я бываю достаточно часто в Китае и вижу, как много позитивно в этом государстве меняется. Там бурно развивается искусство, бурно развивается наука и бурно развивается кино. И то, что у нас сегодня будет возможность посмотреть современное китайское кино – это очень хорошо, потому что определенный такой временной разрыв, может быть, и имел место быть. И когда-то в годы 40-е, 50-е китайских фильмов было достаточно много тогда еще на советских экранах. А потом наступил период, когда мы практически слабо представляли себе, что такое китайское кино. И сегодня оно возвращается теперь уже на российские экраны. И мы этому рады, потому что это действительно по-настоящему интересно, уверяю вас. Во-вторых, мне бы, конечно, хотелось сказать о том, что Китай очень близкая для нас страна, по-настоящему дружеская. И сегодня совершенно реально в Китае очень внимательно, трепетно и уважительно относятся к российской культуре. Я думаю, что это такие взаимные чувства, которые у нас будет возможность проявить, тогда, когда мы будем смотреть китайские фильмы. Действительно, очень многие наши режиссеры, актеры, сюжеты в Китае известны, порой, как мне кажется, даже лучше, чем у нас. И в этой связи сегодняшние показы – это такая возможность соприкоснуться действительно с не очень известной гранью китайской культуры. И еще мне бы, конечно, хотелось сказать о том, что приятно, что сегодняшнее событие происходит в рамках Уральского открытого кинофестиваля, кинофестиваля российского кино. И мы здесь показываем фильмы, наверное, таких самых близких своих друзей. И то, что у нас есть возможность показать китайское кино, говорит о том, что это действительно дружественная для нас страна и очень интересная. Страна великой культуры, и соприкоснуться с ней через кино наверняка будет интересно. Я искренне благодарю наших уважаемых китайских друзей, которые сидят в этом зале, за оказанную помощь в проведении сегодняшнего и последующих показов. И мы очень надеемся на то, что такие возможности у нас будут периодически повторяться. Спасибо вам большое.